хотите свежий домашний лаваш, но у вас нет тандыра, этот рецепт для вас. Для теста нам нужно вода, соль, сахар и мука. В миску наливаем воду, соль, сахар. Перемешиваем до растворения. Постепенно добавляем муку и продолжаем перемешивать. Только станет тяжело вымешивать тесто ложкой, вымешиваем руками. Вот такое тесто у нас получилось. Кладем в миску, накрываем пленкой и даем отдохнуть 2-3 часа. Тесто отдохнуло, а сейчас разделяем на части. Формируем вот такие колобки.
Раскатываем тесто. И жарим на сухой сковороде с двух сторон. Лаваш – блюдо армянского происхождения. Первым печным хлебом на земле были пресные лепешки. А армянский лаваш, по всей вероятности, больше всего напоминает их по вкусу. Согласно советской энциклопедии, слово «лаваш» состоит из древнеармянских корней «лав» – хороший, а «хаш» – еда. На воздухе он быстро высыхает и в сухом виде может храниться очень долго. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!